Руки выше, ноги шире. В Ульяновске возрождает проект «Зарядка с чемпионом». Берем уши и начинаем разминать. Это очень важный элемент нашей зарядки, потому что в ушах находятся все те точки, которые отвечают за работу всех органов организма. Новую жизнь проект вдохнули представители Ульяновской федерации единоборств, борьбы и самбо. Если раньше это были разовые акции от случая к случаю, то теперь утреннюю зарядку активисты хотят поставить на поток. Зарядки будут проводить именитые спортсмены. Мы надеемся, что к нам подъедут и олимпийские чемпионы, мастера заслуженные. И ежедневно это будет проходить с понедельника по пятницу. Первым гостем возрожденной зарядки с чемпионом стал автор проекта «Герои с нашего двора» Александр Бормутов из Новосибирска. На встречу с одним из соратников знаменитого борца, неоднократного олимпийского чемпиона Александра Карелина, пришли борцы, боксеры, самбисты и даже юные гимнастки. Мы видим, насколько сейчас востребован здоровый образ жизни, насколько востребована физическая культура. И когда есть такая большая спортивная семья, которая своим примером заряжает всех остальных, конечно, это делать проще. Поэтому, конечно, отклик найдется среди простых людей. Идею единоборцев поддержали и в региональном министерстве спорта. Его руководитель Рамиль Егоров, кандидат мастера спорта по кикбоксингу, говорит, что самое тяжелое в утренней зарядке не специфические упражнения гостей, а момент, когда надо проснуться и заставить себя встать с кровати в 7 утра. Именно в это время и начинается зарядка с чемпионом. Когда встаешь уже на ноги с кровати, уже все, уже вариантов нет. Поэтому здесь уже работает такой спортивная злость, уже одеваешься и просто вот все, выходишь как робот, приходишь на зарядку, все, и все забываешь. То есть все трудности уходят, ты налегке, ты на позитиве, с друзьями, получаем удовольствие, заряжаемся солнцем, и рабочий день замечательный. Проект «Зарядка с чемпионом» намерены сделать долгоиграющим. В холодное время года занятия планируют проводить под крышей спортивных объектов региона. Пока же площадкой зарядки выбрали «Парк дружбы народов». В ближайшую пятницу, 25 июня, занятия со всеми желающими проведут хоккеисты Ульяновской «Волги». Ульяновск, доброе утро! Михаил Сашанский, новости Ульправды ТВ.